На томских теннисных кортах вновь было жарко. На грунтовом покрытии под воздушным куполом состоялся очередной интересный турнир. На сей раз были разыграны медали третьего этапа Кубка теннисного клуба «Чемпион» в парном разряде категории «Мастерс». В соревнованиях приняли участие профессиональные спортсмены, действующие тренеры и сильнейшие любители. Такая теннисная солянка в хорошем смысле. Очень зрелищно, очень хорошие эмоции, всем интересно. Ребята из разных городов, и тренеры разных городов, и любители, и молодые спортсмены. Очень интересно присутствовать, интересно наблюдать. Сам председатель федерации тоже неоднократно, я знаю, участвовал в этом турнире. Травма пока не дает. Травма пока не дает, но вот-вот уже планирую начать играть. Особенность этого турнира заключается в том, что он объединяет в каждой команде любителя и профессионала. При этом многие пары составили тренеры и их ученики. Кто в такой команде главный, тренер или ученик? Ну, это команда, в том-то и дело. Здесь команда. Тут нет главного. Ну, конечно, я в силу опыта своего подсказываю, где мне просто понятнее, что нужно делать. А бывает, что ученик превосходит своего тренера в некоторых элементах? Конечно. Подача у него отличная, у него все отлично, все хорошо. Тренер хороший напарник именно, вот партнер? Идеальный напарник и партнер, потому что он руководит игрой, он подсказывает, он видит, он знает. Где-то я, допустим, могу пропустить мячик, зная, что за спиной Володя, и он как бы не подведет. Поэтому здесь первым номером, конечно, играет Володя. А после таких турниров бывает работа над ошибками именно по мотивам турнира? В обязательном порядке. Мы же здесь смотрим, чего нам не хватает, да, над чем нужно поработать, чтобы нам было проще играть, легче. И, конечно, мы это все на тренировках делаем потом, обязательно отрабатываем. Турнир с участием профессионалов и любителей собрал пары из Томска, Северска, высадился на грунтовых кортах и десант из Новосибирска, в котором, так же, как и в нашем городе, работает теннисный клуб «Чемпион». Приезжаем уже сюда во второй раз. Первый раз приезжали весной 2018 года. И мне с моим другим учеником удалось обыграть, выиграть этот турнир, забрать его. Максим играл с моим братом в паре, они заняли третье место. Ну, Максим, теперь ты с чемпионом в паре играешь, да. Другие уже задачи? Да. Теперь задачи поставлены очень максимальные. Вот. Состав собрался достаточно сильный. Очень любим этот формат, формат ПРОАМ, потому что для любителя он дает максимальное развитие. Вот, высокие скорости, хорошие розыгрыши. А для профессионалов он тоже по-своему интересен, потому что они могут проверить себя, ну, между, так скажем, друг другом, а не играя с любителем. Победить в этом году новосибирским теннисистам не удалось, но сразу две команды из Новосибирска поднялись на пьедестал почета. Антону Вовченко и Максиму Гуляеву достались серебряные медали. Их земляки Дмитрий Тархачев и Алексей Черков завоевали бронзу. Ну а чемпионами стали томичи Александр Денисевич и Дмитрий Семенов.